этого же момента прямо сейчас начинается следующая серия. Я еду к человеку шприцевать крестовины, но это не главное. Самое главное – это то, что те, кто подписан на мой инстаграм, видели, что мы с Сашкой планируем поездку на юг, на Новый год. Мы едем в район Краснодара и южнее Бермамыт, Лаганаки. Вот это вот все. Там будет много чего. Это будет очень крутая поездка. И я понемногу готовлю к ней машину. А что нам нужно для того, чтобы путешествовать на машине далеко? Правильно, экспедиционник. И это вторая часть серии про экспедиционник своими руками. Я еду делать органайзер. Прямо сегодня и прямо на ваших глазах я со своим приятелем будем делать, ну, какой-то самый простой, но тем не менее функциональный и полностью рабочий органайзер в багажник. Погнали! Ну а перед началом серии, друзья, я хотел бы подвести итоги конкурса, который проходил уже, получается, в предыдущей серии. Конкурс, напомню, состоял в том, что автор комментария, набравшего наибольшее количество лайков, получает от нас с Сашей в подарок 3 любых открытки на выбор. Победителем с аж 3 комментариями стал Михаил Леонтьев. Комментарий его был про кашу-малашу в мостах. Я связался с этим человеком, он мне уже ответил, все хорошо, и открытки будут отправлены буквально либо сегодня, либо завтра. Скорее всего, когда вы будете смотреть это видео, открытки уже будут на почте. Вот так-то. Поздравляю Михаила с победой в конкурсе. Остальным огромное спасибо за участие, ваши комментарии были очень ценны, забавны, и я вам очень благодарен за то, что вы откликнулись на мой призыв. Я думаю, что это далеко не последний конкурс и далеко не самый ценный приз. Ну а теперь... к серии. Мы решили попробовать подружить Британию с Японией и воткнуть уже готовый спальник от первого Discovery, но практически без переделок, с небольшим удлинением, в багажник 80. Только не знаю, что из этого получится, но по размерам, по ширине очень похоже все. То есть он, по идее, вот этот вот такой же временный спальник, который человек себе делал на, ну, по сути, на один раз, чтобы съесть, он один раз им серьезно пользовался. Вот. Но конструкция себя оправдала. С удлинением и, собственно, наращиванием лежанки должен войти в Toyota прям вот. Единственное, что он не будет закреплен, но, в общем, если не скакать сильно по кочкам, так и пофигу. Ничего с ним не случится. Ну, попрыгает он, погремит. У меня и так-то все гремит. Погнали. Что еще желать? Ну, конечно, некий люфт остается, но он решается подкладыванием чего-нибудь вот такого, набиванием вот под углы, которые вывешиваются, и все. Ну вот, спальник готов. Получился он по длине примерно 170 сантиметров. Ну, сюда еще будет помещена в путешествии большая куча шмурды, которая, собственно, выровняет вот это все. Ну и как-то вот так. Да супер же. И это еще короткая часть. Вот тут подлиннее, там вообще у меня голова, ну там с запасом, да. Вот, можно подушечку положить, ну или что-то такое. И все, можно стартовать.
В первую очередь, друзья, я хотел бы попросить прощения за то, что я сейчас буду жутко гнусавить. У меня очень сильно заложен нос. Ночные бдения в гараже бесследно, конечно, не проходят. Ну а теперь к делу. Как вы видите, легенда снова обзавелась бампером. Вид имеет. Молотковая краска для заборов творит чудеса. Осталось поставить эти пластиковые ноздри и перевесить номер на его законное место. Ну, перед этим, наверное, еще разочек почищу его и пройдусь еще одним слоем краски. Уголки решил не ставить, у них там очень сильно повредились кронштейны, поэтому поставили без них, и без уголков бампер выглядит как швеллер. Я надеюсь, что сотрудники ДПС не будут сильно меня на эту тему мучить. Вот. В остальном, можно сказать, что к поездке мы готовы. Спальник готов, место в багажнике разобрано и организовано, бампер поставлен, машина обслужена. Мы готовы выезжать. И выезжать мы будем в ночь с 31 на 1, то есть ранним утром 1 числа, встретив Новый год в кругу семьи, мы поедем на юг. Вот такие дела. Пока пустые дороги, я решил не тянуть время и поехать быстро и далеко, настолько далеко, насколько возможно, насколько просто хватит сил, чтобы сэкономить время на дороге. Друзья, это видео будет последним в уходящем году. Однако я не собираюсь совсем пропадать из вашего поля зрения. Как вы знаете, у меня есть сайт и блог на Драйве. И я хочу попробовать немножко новый для себя формат текстовых постов. Я хочу попробовать писать прямо в процессе путешествия. Не как обычно я это делаю уже по возвращении, а писать прямо вот на живую. То есть, может быть, каждый вечер или раз в пару дней. Ну, то есть я хочу постараться доносить до вас информацию такой, какая она есть у меня в голове, пока она свежая. Не воспоминания спустя там месяц или несколько недель, а вот прямо горяченькое. Посмотрим, что из этого получится, не знаю, но мне дико интересно. Для меня это новый формат, и мне кажется, это такой шаг вперед, левел ап одновременно. Будем посмотреть, ссылочки, как вы знаете, в описании. Ну а теперь к самой приятной части, к поздравительной. Друзья, я хочу пожелать вам в наступающем году всяких интересных челленджей, побед в конкурсах и вообще сбычи мечты, всяческих удач. Этот год стал для меня знаковым и во многом благодаря вам. Все эти блудники, в которые я вписываюсь, все это ради вас. Я хочу сказать вам, что вы лучшие. Да-да, именно ты. И по твоей улыбающейся физиономии я вижу, что ты знаешь о том, что ты лучший. И я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. И у меня для тебя, так как ты лучший, и я знаю, что ты сможешь справиться с любым челленджем, есть одна маленькая просьба. Я хочу попросить о новогоднем подарке. Небольшом таком, совсем простом, я думаю, ты даже знаешь, что это. У меня есть мечта. Сейчас должен такой свет с небес спуститься. У меня есть мечта. Я хочу, чтобы на моем канале была 1000 подписчиков. И ты можешь мне в этом помочь. Все, что тебе нужно сделать, это нажать лайк, ставить какой-нибудь комментарий и поделиться этим видео с друзьями, рассказать о нем. Это все, о чем я тебя прошу. Не слишком сложное задание для лучшего, не так ли? Было бы прикольно вернуться с Кавказа и увидеть, что у меня на канале 1000 подписчиков. Ведь не так уж и много осталось, 150 человек всего, примерно. Я жду. Ты меня понял, да? Ладно, друзья, пора закругляться. Спасибо, что были со мной весь этот год. Я очень рад.
И я надеюсь, что я не слишком вам за этот год надоел. Я стараюсь развиваться, стараюсь сделать так, чтобы вам было интересно. Увидимся в следующем году. И я думаю, что то, что готовится, то, что будет в следующем году, вам понравится. Будет очень здорово. Ну а пока, друзья. До новых встреч.